И вновь привет всем зрителям и подписчикам канала. Мы продолжаем прохождение игры Тень Колосса. Колосса, кому как нравится. И, собственно, мы направляемся к восьмому Колоссу. То есть мы уже практически вот дошли до середины игры. 8 Колоссов будет сегодня повержено. И 8 останется. Так, хорошо. Значит, сегодня у меня сейчас уже время поджимает, поэтому так что это будет последняя серия, которую я записываю подряд. Но когда она выйдет в свет, я не знаю. Вот, как только у меня закончатся все дела, я успею все это обработать, сконвертировать, залить. Вот, собственно, тогда все и вы это увидите, точнее уже смотрите, если быть точнее. Ну да ладно. Хорошо, значит, мы скачем к очередному колоссу. Я знаю, кто это, что это, с чем его есть. Вот, так что спойлерить пока заранее не буду. Только уже тогда, когда мы до него дойдем. Фух, так, я знаю, что ты у нас прячешься в пещере, то есть он у нас не на открытой местности, он у нас вообще замурованный в пещеру. Так что так, сюда. Так, сюда. Так, ага, вот. Вот эта пещера, и нам нужно внутрь. Он у нас скрывается там. Так, тихо. Так, ну здесь лучше с лошади слезть, так как она тут... точнее, он. Тут у нас особо не поскачет. Так что лучше уж пешочком. Фух, относительно нам все равно недалеко топать. Ну да, вот мы, собственно, и прибыли. Не думайте, сейчас колосс не вылезет, он не здесь. А то уже, надеюсь, подумали, что он сейчас тут будет. Нет, колосс у нас находится вон в этом здании. А вы сейчас подумали, а ну какое маленькое, где там колосс уместится? Сейчас вы все узнаете. Так, давай, братиш, плыви быстрее. О, рыбка. Рыбка это хорошо. Рыбка это порядок. Вот такие дела. Хорошо, собственно. Наконец-таки доплыл. Фух, ну и теперь заходим. И сейчас мы будем спускаться вниз, где у нас уже есть большое пространство, на котором колоссу уместиться довольно просто. Так, сейчас нам надо сюда. Оп. Выше. Отлично. Теперь немножко акробатики в стиле Принц Персии. Относительно. Так, ну и все. Опля. Аккуратно. Выше. Еще выше. Настолько выше, насколько возможно. Ну вот и все, мы на месте. Лицезрите это чудо.
Так, ну это, конечно, не испытание, когда нужно колоссов на время попытаться завалить. Так что тут можно с ним не особо торопиться. Но помню, когда я проходил испытание, на нем я очень сильно мучился, пытаясь его пройти за отведенный промежуток времени. Это было сложно. Так, ну извиняйте, тут, ребята, с луком будет намного проще, нежели с гарпуном. Правда, я не знаю, зачем разработчики вообще его в игру всунули. Но, видно, им было видней. Попал. Попал. Так, ах, ты на ту сторону полез. Ах ты ж. Не-н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 е. Отлично. Все. Так, не переживайте, с такой высоты я не убьюсь. Хотя в реальности, конечно же, бы убился. Но в этой игре наш главный герой крепкий, костями. Такс. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успею или не успею? Успею или не успею? Успел. С помощью меча королевы, понятное дело, это было несложно. Фух, ну без этого меча мне пришлось бы ходок так 3-4 делать. Вот, дабы ему убрать полоски. Ну вот так вот. Теперь нам намного легче с таким мечом. Ну да ладно, ребята, все, 8 колоссов повержено. Ура! Половина до половины игры мы дошли. Это не может не радовать. Ну а остальные серии я уже буду записывать завтра. Ну а когда вы увидите эти, которые я уже записал, точнее уже увидели, собственно, тогда и увидите. Ченис, ну да ладно. Неважно. Неважно. Все. Поздравляю, вы посмотрели 8 серий, 8 колоссов повержено, все. Остальные серии ждите. Надеюсь, я их смогу сделать в скором времени.